Здравствуйте, дорогие друзья, с вами опять Розик, восстановление данных в Одессе. В прошлых двух видео я вам рассказывал, как меня красиво нагнула розетка, продав мне под видом нового бушный жесткий диск Western Digital 1 терабайт. Вот в программе WinHex мы видим, что таблица разделов удалена, но по оставшимся в живых бутсекторам WinHex поднимает эти разделы. Открываем самый большой раздел. И видим, что на этом разделе остались пользовательские данные, которые ленивые продаваны не захотели полностью стереть. Извлечем из этого урок, и я вам покажу, как на таком диске, как этот Western Digital, можно за одну минуту эти данные полностью удалить, не прибегая к полному стиранию всего диска. Берем программу TX Bench, открываем закладку Drive Information, выбираем нужный нам жесткий диск и смотрим фичи, которые поддерживает этот жесткий диск. Диск поддерживает Trim, это значит, что мы можем быстро эти данные удалить. Выбираем закладку Data Erasing. Внимательно выбираем нужный нам жесткий диск, чтобы сдуру не стереть диск с нужными нам данными. Выбираем радиокнопку Trim. Еще раз проверяем, что выбрали правильный диск. Нажимаем кнопку Start, соглашаемся, что мы все удаляем. 5 секунд. Процесс стирания закончен. Переоткрываем этот диск опять в WinHex. Смотрим, что осталось от данных. Везде нулики. Данные безвозвратно удалены. С вами был Розик. Восстановление данных в Одессе. Всем всего хорошего. До новых встреч. До свидания.